Жунин Евгений Сергеевич. Ехал со стороны Кузина в сторону города Первомайска. Ехал километров 40-50. Не успел предотвратить ДТП, потому что как бы выскочил быстро. И не успел даже вырвать за скользкой дороги. То есть вы вообще не видели пешехода? Она резко выбежала? Вообще не видел, она резко выбежала. Какие-то предпринимали меры? Да. Хотел вывернуть вправо, чтобы ее не столкнуть, затормозил. И не получилось.